наконец-то я сделаю видео, как 90% людей, которые встречают нашу машину на дорогах общего пользования, да, то есть, смотрите, почему я не крытый прицеп не хочу, потому что, да, зимой, конечно, немножечко атмосферы в ваши ленты летит. Вот обратите внимание, что в апреле я в футболке вам снимаю сторис с МРВ, это очень редкое явление, потому что в апреле обычно на МРВ всегда очень холодно, но мы готовы к любым условиям.